Привет из солнечной Алании. Сегодня 19 июля. Айхан, жарко. Привет. Да, очень жарко, да, Ильве? Очень жарко, и сегодня пятница, и мы с вами идем на рынок. Покажу вам, что есть на рынке в июле и по каким ценам. А также все ссылки на все рынки в Алании смотрите в описании к этому видео. Ну, а теперь идем смотреть, какие есть фрукты, овощи. Ну, в общем, что есть вкусного. Мы с Айханом пришли на рынок. Сейчас время 12 дня. И мы пришли, конечно же, за клубникой и за разными фруктами. Вот, например, изюм 4 лиры. Сливы, свежие яблочки. Вот это яблоки уже этого сезона, прям вкуснейшие, свежайшие, по 3 лиры. Дыни килограмм 2,5. Вот эти вот дыни на самом деле очень вкусные, и мы покупаем в основном вот такие вот. Так, лук у нас 2,5, и картофель тоже 2,5 лиры. На рынке я не была, наверное, месяц. Огурцы 1,5 лиры, помидоры 2 лиры. Я на рынке не была, наверное, месяц, потому что я ездила, в России было очень много дел. И вот такие вот помидоры тоже 2,5 лиры. Ну вот это вот достаточно крупные помидоры. В общем, смотрим, что есть. Так, перец. Разные виды перца. Вот этот перец очень вкусно есть с солью. Макать в соль и кушать. Перец стоит, сладкий перец стоит 5 лир. И вот такие вот помидоры. Это такие более вытянутые. Стоят сколько? Они 2,5. Айхан. Сан бишей гизель булдун му? Челек булдун му? Клубника есть? Челек шильёк. Клубники нет, друзья, а очень хочется клубнику. Чуть позже расскажу вам, зачем нам клубника. Так, помидоры 2,5, огурцы. Вот эти огурцы по 2 лиры, но это тоже свежие. Арбузы. 1,25 лира. Бирирми беш о кило мочимы? А, 1,25 лира. Это килограмм, за килограмм. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Арбузларımız çok güzel. Арбузы очень большие. Вот моя рука. А вот арбуз. Nereden geliyorlar? Anavgat'tan. Арбузы. Вот эти все арбузы, друзья, они из Манавгата. Можно купить целый, можно купить четвертинку, а можно купить половинку. Стоит 1,25 лира. И дыни. Дыни, да, написано медовые дыни, килограмм 3 лиры. Ну, очень вкусно пахнут. Айхан, чок чей, балкок сугелевы дыни. Очень большие вот эти тоже классные дыни. Клубника. Вот, Айхан сказал, сандзин чилек йокам, а чилек вот. Да, но клубника сейчас дорогая, 25 лир. А эта клубника 15 лир. Клубники сейчас, друзья, нет. Сейчас промежуток, потому что закончился один урожай. И примерно через 15 дней, месяц, начнется другой урожай. Поэтому мы ждем. А знаете, для чего нам клубника? Я вам говорила раньше, что мы заморозили очень много клубники и черешни. И каждое утро я делаю смузи. Например, сегодня я делала клубнику, дыню и персики. И очень-очень вкусно. Каждое утро это такая энергетическая бомба. А здесь уже я вижу черешню и персики. Так, огурцы также 2 лиры. Персики из Бурсы. Самые вкусные персики в Турции, они, конечно же, из Бурсы. Можно брать чуть-чуть неспелые и просто ставить их на пару дней, и они быстренько поспеют.
Так, Наполеон, черешня Наполеон, тоже очень крупная. Очень крупная черешня, она по 7 лир. Виноград 5 лир и абрикосы. Кстати, абрикосы в этом году мы очень мало покупали. Ну и, конечно же, бананы, без них никуда. Да, кстати, в смузи я всегда добавляю бананы. То есть у нас получается бананы, клубника и еще какой-то дополнительный чиз. 7,5 лир. Вот здесь тоже клубника, она по 20 лир. И появился инжир. Инжирнека, да? Инжир тоже 20 лир, но еще не сезон. А черешня, 8 лир. Есть кокос, кто скучает по кокосам. Маленькие вот такие вот грушки, очень вкусные. Стоят 5 лир. И очень интересные абрикосы. Такие вот светло, прям желтые, прям лимонно такие желтые. А вот эти вот уже обычные, стандартные абрикосы. Свежие грибы. 12 лир. Айхан фоткает для нашей группы в Фейсбуке, да, Айхан, в Фейсбуке? Для группы в Фейсбуке, поэтому заходите обязательно в описании к этому видео, есть ссылка на группу в Фейсбуке. Апельсин сейчас очень мало, потому что вообще не сезон, поэтому апельсины остались только с прошлого сезона. Апельсины у нас появятся ближе к декабрю месяцу. Здесь есть кабачки и баклажаны. Ну и, конечно же, стандартно помидоры и очень-очень-очень много черешни. Посмотрите, какая черешня, просто шикарная. Кирас чок гюзель дельме? Очень много здесь винограда. Зеленый 7 лир. И вот такой без косточек, наверное. Чекирдекси из него? Чекирдекси. Этот изюм. Посмотрите, какая красота. Этот с косточками. Чекирдекси, да? Ага, а вот этот без косточек. Шикарный, красивый изюм. Этот без косточек. Айхан, кстати, Айхан сан чикердекси север, да имя? И клубника. А здесь клубничка. 15 лир. Ага. Это деревенская клубника. Прям натуральная. Алиша, это абрикосы. Абрикосы из Карса и персики шикарные, просто хамбак. Эвет, бунадалалы. Эти из Бурсы. И нектарины. Кстати, пишите, кто любит персики, а кто любит нектарины. Я очень люблю нектарины. Айхан, сан дагане сэвэрсэн нектарины? Икиси. Айхан любит двое, а я просто обожаю нектарины. О, шикарный. Сегодня рынок шикарный, конечно. Идем дальше. Большой выбор яблок. Вот это вот свежайшие яблоки. Кстати, я очень люблю вот такие вот большие яблоки. А кто любит какие яблоки, тоже пишите. Альхан, например, любит красные, а я люблю вот такие вот зеленые. Слива 5 лир. Ну и, конечно же, традиционно помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и черешня.
Вот это очень красивая черешня. Прям большая. 15 лет. Есть подешевле, есть по 8, и по которой мельче 4 лиры. Кукуруза. Что нужно кушать летом? Это вареную кукурузу. И можно купить и, например, отварить дома 5 штук. 5 штук кукурузы стоит 10 лир. Но мы дома никогда не варим. Так, здесь тоже есть клубника. Здесь клубника 15 лир, изюм 4 и нектарины очень крупные. 8 лир, персики по 7 лир. Также здесь есть карлама. Я вам показывала раньше. Снег, который привезли из гор. Его... Вот так вот снег соскребают и добавляют сироп. Ну и, конечно же, это одно из лакомств, летних лакомств. Но можно купить и свежевыжатый сок. Свежевыжатый сок. Здесь есть апельсины, гранаты. Так, что еще? Кокос, клубника. И можно уже купить вот такой вот в бутылках. Вы также спрашивали, поступил вопрос о зелени, показать, сколько стоит зелень. Укроп, петрушка, рубка, салат, китайская капуста и так далее. И сейчас мы дойдем до зелени и покажу вам цены. Здесь вот есть и морковь, и цветная капуста, зеленая. 4 лиры. 3 лиры. 10 лир. Айна лира. 1 лира, может? 1 лира, yeşillikler. Зелень 1 лира, это у нас. Брокколи 10 лир. Брокколи 10 лир. Хепчи, дердеши фа. Айсберг марул 3 лира. Айсберг 3 лиры. Анывар 5 лира. Цветная конопля, капуста. Конопля. Брокколи. 10 лир. Чеснок 10 лир. Да. Панджар. Панджар 4 лира. Панджар 4 лиры. Это шекулер. Вы нереально говорите, что вы здесь? Русия. Не, что вы здесь? Вам сидите. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizi aydınlattığın için. Sıcağı sıcağına haber yaptığın için teşekkür ederiz. Bir şey değil. Allah başımızı eksik etmesin. Adamlar lazım. Nesli tükendi yok yani bak. Ya var mı kamera yok. Kendimizden bizim haberi verecek. Kendimizi izah edecek. Bazı halini anlayacak bir kamera bulamıyoruz. Biz varız. Siz varız. Siz varız derdimizi. Olur mu birader? Siz buralı mısınız? Derdimi söylüyor bak. Siz buralı mısınız? Alanyalı mısınız? Ben Alanyalı doğumlu. Alanyalıyım. Coğraya bakıyorum, bana bak konuşup diyorsun. Nasıl oluyor? Seni çekmiyor ki, sen boş edeceksin. Tamam, teşekkür ederim. Yok, sen çekiyor. Evet, evet. Ben yeşillikle bakacağım. Очень много зелени. Вот такие вот добрые ребята рассказали нам все цены. Вот это вот стоит у нас 1,5 лиры. И обычно вот эту вот траву добавляют в йогурт. Бери, Айхан, не идем? Семизоту. Семизоту. Называется семизоту с йогуртом. Очень вкусно. Есть и укроп, и рока, и капуста всякая разная, и, конечно же, лук. В общем, все, что хотите, здесь есть. Thank you.
друзья, мы нашли вишню. Вот она, очень вкусная, я уже попробовала. Сейчас купим вишню и 2 килограмма черешни. Нашли черешню за 5 лир. Bak böyle koyuyorsun, ezmeden, böyle yavaş yavaş alıyorsun, böyle. Айхан дает мастер-класс, как правильно класть черешню, чтобы она не помялась. А еще, друзья, мы купили вот такой вот шикарный черный виноград. И, конечно же, купили 2 килограмма черешни и вишню. На Аланийском рынке вы можете приобрести, конечно же, фрукты, овощи, но и можно купить, например, настоящий вот такой вот потрясающий мед, сыры, колбасы, оливки, различные приправы, ну и, конечно же, томатную пасту. Сейчас я вам все покажу. Оливки у масла есть? Да, мы хотим. Что еще есть? Все. Оливки, масло, приправы, томатная паста. Айхан, бу не иди? Это гранатовый соус. Ну и, конечно же, мед, халва, домашние яйца. Большой выбор, вот здесь тоже видно, большой выбор разных оливок. Оливки за килограмм 17 лир, 20 лир, 18 лир. И очень большой выбор сыра, мераба. Большой выбор сыра. Написано даже по-русски творог. И сыр тоже по ценам от 20 лир. Томатная паста, вот это вот... Вкуснейшая томатная паста. И посмотрите, какие шикарные оливки, соленья, перец. Вот такой вот острый перец, кругленький, длинненький. Огурчики. А? И они готовят себе какое-то очень вкусное блюдо. И вот здесь... Есть также сыр, масло. В общем, выбор просто огромный и шикарный. Можно у деревенских женщин тоже купить траву. И, кстати, друзья, в одном из видео мы с Айханом пробовали вот такой вот фрукт. Называется он мамардика. Сверху он вот такой вот ребристый, а внутри содержит... плоды, красные плоды. Говорят, что он очень полезный. Пишите, кто пробовал. Нам не особо понравилось, но он очень полезен. И здесь тоже большое количество моих любимых нектаринчиков. Жаль, что как клубнику их не заморозить. Заморозить можно, но вкус уже будет не тот. И посмотрите, какие шикарные яблоки. Друзья, вот на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравился этот обзор, вы узнали цен. Ну и, конечно же, обязательно приезжайте в Аланию, в Турцию и кушайте все вот эти свежие фрукты и овощи. Мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.